проходил курс Сергея Спивака «12 навыков интернет-маркетолога». Он мне действительно понравился. Причем я уже знал, о чем говорил Сергей, но раскрылись некие такие нюансы, которые, когда ты сам изучаешь, ты этого не можешь прочувствовать. Вот. И мне действительно понравился сам подход Сергея, вот. Сама вот эта подача была достаточно интересна и познавательна, в принципе. Вот. Хоть я и уже был не новичок в этой сфере, но я все равно для себя подчеркнул что-то новое, да, какие-то новые моменты, новые нюансы, какие-то тонкости, вот, которые, я думаю, мне помогли в дальнейшем и помогут уже осваивать это. Практично было? Да, практично. Теория перемешивалась с практикой, больше даже практики, я бы сказал. Сергей показывал на своем опыте, и на своем экране, как это делается. То есть, с этой точки зрения, тоже формат очень даже хорош. Как время потраченное, жалко, не жалко? Нет, времени мне никогда, в принципе, на обучение время не жалко. Я думаю, для нормального. А вы вообще чем занимаетесь? Ну, я имею в виду, с точки зрения опыта в интернет-рекламе какой? Опыт, ну, продвижение своего бизнеса, своих товаров, услуг, я бы сказал, как-то вот так вот. Вот. Причем запускал самостоятельно, до этих курсов я уже запускал рекламу самостоятельно и на Яндексе, и на Гугле. Вот. И изучил много различной литературы, посмотрел много вебинаров, начиная от официальных, там, от Яндекса и Гугла, заканчивая там директорологами, маркетологами, которые специализируются на этом. При этом я все равно узнал многое нового, что давал сам Сергей, ни разу не услышав, например, от официальных каких-то видео, либо от действующих тех же самых директологов, там, кто это делает как бы профессионально, с их точки зрения. Я не знаю, профессионально они делают это или нет. Вот. Но судя по тому, что делает Сергей, мое ощущение, что он делает это профессионально и много лет. Хорошо, спасибо большое. Да не за что.